three. Друзья, всем салют, это Ярик Степанов. Продолжаю с вами делиться такими небольшими вложиками из Лас-Вегаса, где мы вместе с вами уже вплотную подобрались к турниру UFC, который возглавит бой Армана Царукяна и Матеуша Гамрота. До самого турнира осталось не так много времени и не так много мероприятий, а если быть конкретным, то только одно. Это процедура взвешивания. Сейчас 4:30 утра, процедура взвешивания начинается в 9, но сначала мы заедем к Арману Царукяну и посмотрим вот буквально последние пару часов, как он догоняет заключительные фунты. Посмотрим сначала на это, ну а потом отправимся на церемонию взвешивания. В этом же карде, напомню, дерутся Умар Нурмагомедов, Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов. И вот с одной стороны вроде бы вставать очень рано, а с другой стороны в это время тут фиксируется самая комфортная погода. Короче, прыгаем в автобус и к 5:30 мы должны быть у Армана. И если мы с вами в одной из первых серий приезжали в дом Армана Царукяна, который он снимал, пока готовился в Вегасе, то сейчас мы приходим в гостиницу, где живут, в принципе, все бойцы UFC. Структура отеля довольно интересная. Получается, там есть два корпуса. В одном корпусе живут бойцы синего угла, в другом корпусе живут бойцы красного угла. Делается это, видимо, для того, чтобы как-то минимизировать количество их пересечений на территории отеля. Но рядом находится UFC Performance Institute, учреждение, в которое, наверное, бойцы UFC, находящиеся в Лас-Вегасе, ходят чаще всего. Поэтому таких случайных встреч полностью избегать точно не получается. Но хотя бы в отеле есть вариант, что не будут так часто бойцы видеть друг друга перед тем, как подраться. Чуть-чуть пораньше прибыл я на место, чем мы договаривались, поэтому давайте, пока есть время, немножко полюбуемся рассветом. GoPro, you know? Holy shit, brother. This is technology. Wow, I'm really old. I said, and I think he's crazy. There's no camera right there. I think he's just, holy shit. In my time, people are gonna be like this. Crazy, old school. Yeah. The guy behind the cable, that shit's cool. Элвис, расскажи, все по плану идет. Получается 2.5 часа. Сколько осталось? 3.5 фунта, да? Не килограмма, фунта. Как Арман на весогонке, вот на заключительные этапы, капризные, ну, разные бывают типы. Я бы не сказал, честно сказать, все четко, все хорошо чувствует, на самом деле. I was last week, I'm going Friday for PFL. Oh, really? It's in Atlanta, man. Is it? Small, I mean. Where was PFL this week? It was Atlanta. Oh, that's right. The 3 second heavyweights in 45 is next week. 70 pounders and the girls. Man, I wish they would have stayed at the hardware. No shit. That was fucking nice. I went to one of those. I was like, this is nice. I told my wife, this is great. Small, this is great. I need to talk to Ray Sefo. Thank you.
практически абсолютно пустой перформанс институт, никого нет из бойцов точно. Приходят постепенно работники, которые так, видимо, начинают свой день покачаться. Ну и, собственно, Арман с командой, вот они догоняют последние фунты. До начала тренировки, сами слышали, оставалось 3 фунта согнать буквально. Ну, посмотрим. Время без 27, остается еще 2,5 часа до взвешивания. Получается, примерно 25 минут Арман пробежал на дорожке, потом 15 минут на велосипеде, и вот сейчас заход в такие вот полотенца на 10 минут. Só pra, entendeu? Só pra não dar. Se por acaso deu algum problema lá, negócio de pesar de balança diferente, entendeu? A gente já tá preparado lá. Leva tudo. Não, faz lá mesmo. Faz lá no IPEX mesmo. Nada, irmão. Já te vejo lá. Tudo certo? Vai, vai de junta. Извини, а сколько показал? 156,8. За 1:20 до взвешивания вес 156,8 фунтов. Еще 0,8 согнать нужно. В граммах это примерно 300 граммов. Ну, осталось совсем чуть-чуть.
Получается, даже с запасом. Да, 150. 155,2 фунта при допустимом лимите в 156 фунтов, а 155 ровно является, собственно, чемпионским весом. Короче, Арман практически сделал чемпионский вес. Вышло так, что в 6 утра мы выдвинулись из отеля, сейчас 8:30 практически. 2,5 часа, из них, ну, примерно минут 50 Арман уделил кардио. Плюс, как вы видели, использовал он специальную мазь, которая раскрывает поры, который улучшает потоотделение. Ну и потом сделал 2 захода по 10 минут, окутавшись в полотенце. Посидел 15 минут в бассейне. Оставлял он на утро, как я понял, 1,5 килограмма. Ну и, в общем, успешно эти 1,5 килограмма прогнал. Я ушел чуть пораньше, потому что сейчас покажу вам, где будет проходить взвешивание, как оно будет проходить. Ну и плюс на нашем YouTube-канале будет вестись прямая трансляция церемонии, и мне нужно установить телефон, в общем, все настроить и подготовить. Поэтому погнали. Ну вот, собственно, приближаемся мы к месту, где будет проходить церемония взвешивания. Нужно будет занять максимально возможные хорошие места. Так, ну по сути все готово. Вот сюда будут приходить взвешиваться. А вот здесь будет вестись трансляция. Official weight 156 pounds for Arman Tsarukyan. Official weight 156 pounds for Matoush Gamrot. 170.5 for Shavkat Rakhmonov. Official weight 136 pounds for Sergei Morozov. Official weight 136 pounds for Umar Nurmagomedov. Matoush Gamrot and Arman Tsarukyan. In tomorrow's main event, we will see you on ESPN. Так, ну что, друзья, утренняя процедура взвешивания позади.
Сейчас на моем фоне все разбирают потихонечку. И уже завтра здесь же, в этом же здании, пройдет сам турнир, с которого, конечно же, тоже будет репортаж, закулисье. В общем, все, что можно будет снять с этого турнира, показать вам, я обязательно покажу. Все наши ребята сделали вес, да вообще, в принципе, все бойцы сделали вес, поэтому ни одного поединка у нас не сорвано, и это очень хорошо. Остается дождаться нам развязки, ну а вы, друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. Еще раз, здесь будет все, что только может быть с этого турнира, да и не только. В общем-то, здесь частенько бывает интересно. Всем большое спасибо за внимание, и будем оставаться на связи. Всем счастливо,